Всем привет, всем здравствуйте! Сегодня у нас с вами прямой эфир. У нас вышел новый красный оттенок гель-лаков. Причем я вам его уже показывала, в принципе, и сравнивала. Я вам даже одним глазком показала еще красные оттенки, которые вас ждут впереди. Но сегодня хочется сделать акцент на том, что он уже в продаже. Мы еще раз его сравним с другими красными, и я вам покажу новые шармиконы, которые тоже уже есть в продаже на emishop.ru. И как раз с вами сделаем сегодня дизайн. Дизайн сделаем на 3 пальчика, на 3 типсах. Такая готовая композиция, и для этого будем использовать как раз красный. Вообще красный цвет – это очень специфический оттенок, с которым сложно очень часто делать какие-либо дизайны. Как правило, красный, он достаточно самодостаточный, да, и дизайн на нем редко смотрится хорошо. Поэтому сегодня как раз по случаю выхода красного цвета мы все-таки попытаемся сделать с вами дизайн. Поставьте плюсики, если у меня нормальное качество. Поставьте плюсики, если у меня нормальное качество, чтобы я знала. Сегодня мы с вами работаем с новым красным оттенком. Сначала я вам покажу сравнительный. А можно еще раз показать те, что будут, пропустил. Дим, ты можешь посмотреть вот буквально последние 3 эфира, какие были. Я не помню, в каком. Вот я там сравнительный анализ сделала. Вот. Но в любом случае, слушай, Настя, когда у нас ожидаются красные еще 6 оттенков? Где-то после 15-го, да? Ну, в любом случае, они уже скоро тоже будут в продаже, и я в любом случае также буду проводить прямой эфир, сравнивать. Так, ну раз все окей, тогда поехали. Вот он, этот красный оттенок, номер 449. Когда мы сейчас будем с вами смотреть на камеру, будет казаться, конечно, что он прям какой-то морковный, такой морковно-оранжевый. Я его по-всякому снимала, не могу, вот камера телефона, из-за того, что он сочный, такой алый-красный, такое ощущение, как будто на телефоне он оранжевый. Когда смотришь живьем на этот цвет, он вообще другой. Многие думают, что он похож на красный Феррари, но это вот не красный Феррари. Сейчас я выкрашу несколько оттенков, в том числе и этот номер. В нем есть немножко неонового подтона, он достаточно плотный для красного цвета. Очень классно блондинкам такие цвета, прям вот божественно, потому что он такой вот, знаете, вот именно алый, такой чистый красный. Не вот в сторону крови, да, вот такие красные, а в сторону именно такой маковый красный. Берем сейчас с вами самый первый цвет для сравнения. Это же, конечно, красный Феррари, потому что это первое, что думает, он, наверное, как красный Феррари. Нет, конечно, вот, потому что мы, когда, опять же, цвета колеруем, стараемся смотреть на базовый ассортимент. Первый цвет, так, 007. А, я думала, что я буду красный Феррари сейчас выкрашивать, ну ладно. Короче, 007 цвет, сейчас будем смотреть. Ну, сегодня iPhone очень ярко снял, вот мне даже кажется, 007, он не такой сейчас, как на экране, вот все равно он другие. Красные оттенки вообще их очень сложно передавать через экран телефона, и это, конечно, прям вот бесит. Но сейчас вот видно, что красный цвет 007, он такой, знаете, как более глухой красный, прямо такой, знаете, просто красный и более глухой оттенок. Этот более сочный, где-то, может быть, в сторону неона, но это не неоновый цвет, смотрите. Опять же, красный I'm Fire тоже самый популярный цвет. Тоже все сразу просят сравнить еще с этим красным оттенком. Сейчас посмотрим на это сравнение, что получается. Тоже он будет чуть-чуть темнее. Блин, камера так плохо передает, не пойму. То ли у меня из-за монтажа произошло искажение. Хотя сейчас видно все равно, что I'm Far, он более темный цвет, красный. Так, и сейчас как раз, по-моему, я 222 возьму. Вот они все цвета.
Красных очень много в Эми. Это каждый раз, знаете, выпускаем красный. Потому что всегда есть много таких клиентов, и панстеров всегда говорят, красных мало. Вот смотрите, сейчас этот цвет, 449, он будет, наверное, самый светлый красный в линейке, да? Как ты думаешь? Мне кажется, да. Там еще будет в новой коллекции такой красный. Но вот этот, наверное, красный, он будет такой самый-самый светлый. И светлый, смотрите, не потому что там белый содержится. Нет, конечно, в красный белый никогда не добавляют. А он именно вот насыщенный алый оттенок маковый. Вот сейчас даже вот, когда все вместе цвета показали, сразу видно невооруженным взглядом, что он вот самый другой. Итак, давайте дизайн. Как я и говорила, дизайн... Красными редко делают, потому что, правда, очень сложно делать дизайн плюс красный. Я сегодня предлагаю вам посмотреть новые шармиконы. Во-первых, по просьбам многих я сделала ленты, смотрите, они более узкие и с текстом. Последний год прям просили сделать ленточные вот эти шармиконы, но только чтобы текст был более мелкий и ленты были более узкие. Вот поэтому по многочисленным просьбам у нас теперь есть вот такой шармикон. Дальше у нас есть офигенные цепи, смотрите, в виде отверстий. Предыдущий шармикон, который у меня самый любимый, тоже такие отверстия, только сплошные. Вот. А здесь получается, смотрите, то же самое, но только в виде цепей. И также, если сделать объемным гелем без остаточной липкости, прям вот, ну, как ничем не хуже, чем настоящие цепочки. И получается очень стильно и современно. Дальше, так как у нас с вами осень уже наступила, мы выпустили вот такие листики. Они где-то скелетообразные, где-то однотонные, и вот такие прикольные надписи. Это тоже новый шармикон, он тоже есть на emishop.ru и у дистрибьюторов. Вот так это выглядит в сочетании с цветными слайдерами. Все по номерам и описание шармиконов я сделаю здесь под этим эфиром, потом, когда выложу сегодня. Эфир выложу сегодня, в записи, возможно, будет комфортнее смотреть. Вот, и еще, смотрите, такие же отбивки, только короткие и узенькие, и слова разные по компоновке, с подложкой и без подложек. Тоже в этот раз, видите, в осень сделали очень много такого универсального, базового. Для дизайна в стиле примитивизм, для дизайна в стиле классика, такая, знаете, геометрия. Так, ну и как я и обещала, сейчас будем делать именно на трех вариантах три ноготочка сразу. Три ноготочка сразу. Это как раз, например, указательный, безымянный и средний. Указательный, безымянный и средний. Один из композиций... Покрываем полностью красным. Еще раз напомню, это новый цвет, номер 449. Он уже есть в продаже на emishop.ru, есть у дистрибьюторов. Сушим. Второй ноготь делаете, например, пусть это будет средний палец, да, тут безымянный, а это средний. А здесь делаем на половину ноготка. Ложе оставляем пустым. Здесь делаем на половину ноготка. Красному, как правило, парные оттенки идут какие? Очень хорошо, конечно, это белый и черный. Это то, что когда точно не прогадаешь. Понятно, что красный можно смешивать с еще классными вариантами цветов, но, например, не каждый это может почувствовать чисто интуитивно, какой цвет добавить красному, чтобы не было вульгарно. Вот, поэтому всегда это либо... черный, либо белый. Поэтому мы сегодня будем работать в рамках подложки. Это красный гель-лак. Вот третий ноготь мы делаем просто хаотично мазки. Тоже на пустом ноготке, на свободном. И доработаем сейчас пластинами. На некоторых ногтях отпечатаем стемпинг. Смотрите, это две пластины. Они есть уже в продаже. Они уже есть в продаже, пластины? Наверное, есть, раз показываю, есть. Смотрите, одна сделана в стиле арт-деко, есть несколько вариантов для брендового маникюра, добавили такую и Африку, и анималистику добавили, а второй полностью флористика.
вторая пластина полностью флористика, причем она классная флористика, она универсальная на все сезоны. Для красного здесь берем с вами анималистичный принт. Берем краску лаковую Эми и отпечатываем на весь ноготочек просто леопард. У меня сразу, знаете, ассоциации. Года два назад коллекция у Дольче Габбана выходила, и у них вот все было в огромном количестве с леопардом, и именно подложка шла зеленая и красная. Куча одежды, куча аксессуаров было именно леопард на красном фоне, либо леопард на зеленом. Тоже классное сочетание. Так, поехали дальше. Ну, мы будем работать с новой пластиной, но в рамках одного принта. Снова берем лаковую краску номер 2, черную. Нам нужен только кусочек. Отпечатываем. Скотчем двухсторонним убираем лишнее, чтобы вот прям вот чисто овальчик оставить. И отпечатываете где-нибудь асимметрично. Либо в центральной зоне, либо можно где-то скосить сбоку. Отпечатали кусочек. И так, что мы с вами сделаем на третьем ноготке? На третьем ноготке тоже. Давайте сделаем сначала фольгу золотую. Берете, если есть отрывная фольга, делайте отрывной фольгой. Я возьму поталь. Неважно, что вы делаете, отрывную фольгу либо поталь, берете топ-слайдер, потому что он с липким слоем, как раз подойдет для фольги. Топ берем с липким слоем, либо возьмите базовый гель, там не имеет значения. Базовые иногда не берут, потому что они всегда базы, все равно прозрачные, чуть-чуть желтят. Вот этот вариант предлагаю перекрыть сразу матовым топом. Перекрываем матовым топом. Да, красный как раз успокоится. Я всегда говорю, все цвета под матовым топом, они становятся более спокойными. Так, сейчас я переключу на следующий этап. Поэтому если, например, как здесь дизайн ногтей идет, да, то классно, видите, за счет матового топа то, что на красном сделан дизайн, будет очень как-то гармонично, скажем так. А сейчас наносим теклос на этот ноготь, да, он у нас с вами средний, по идее. Потому что мы будем использовать шармиконы. Для шармиконов всегда идет теклос, это топ без липкого слоя. Так, здесь топ-слайдер уже высох, и на липкую поверхность наносите кусочек патали. Патали купить можно в любом художественном магазине. Она продается огромными упаковками. Можно, например, Леонардо. Леонардо магазин для творчества есть практически в любом городе крупном. Либо закажите онлайн в Леонардо. У них точно есть паталь и серебряная, и золотая, и бронзовая. Здесь также перекрываем с вами теклосом, топом без липкости. И можно продолжать делать вариант дизайна. Все, вот матовым уже это один ноготь полностью, финиш готов. А на два других ноготочка. Так, здесь сейчас что-то я еще буду делать. Я уже забыла, что я сейчас буду делать. Так, ну смотрим. Мне же самое интересное стало, что я еще не отпечатала. А, у нас же на третьем ногте сверху патали. Нам нужно сделать снова леопард. Также двухсторонним скотчем убираете излишки. Столько, ну какой кусок вы хотите. И там, где паталь, отпечатываете либо в этом месте, либо чуть смещаете. Делаете такое асимметричное отпечатывание. Вот, смотрите, как классно. У нас получается леопард, он везде, все три ногтя. Понятно, что, например, большой мизинец, они могут быть без дизайна. Либо, например, большой мизинец сделать как средний палец, когда просто красный и леопард на весь ноготь. Скажите, пожалуйста, как называется липучка, на что крепите типсы? Это называется... Господи, почему я забыла, как жвачка называется? Скотч. Ну, жвачка, это же скотч для обоев. Да, это в строительных магазинах.
Да я знаю, что... Блин, у меня слово застряло в голове. Сейчас до конца эфира вспомню. А? Патафикс, вспомнила слово. Забиваете в гугле патафикс, купить онлайн. Можно онлайн, можно купить в любом канцелярском товаре, магазине. Ну, не в любом, кстати. Патафикс можете даже по-русски. Так, и берем снова шармикончики, вот, например, это тоже новая коллекция, все номера шармиконов, которыми я сегодня и работала, и которые сегодня вам показала, напишу в описании обязательно. Здесь на свободный край клеим просто слова. Так, тут у нас слова. По границе ложа и цвета берем ленточку отбивную. Золотая – это базовый ассортимент. У нас всегда в базовом ассортименте продается золотая, серебряная, белая и черная лента. Этого нужно сразу покупать всегда много, потому что это самое такое, знаете, ходовое. Мне, например, проще приклеить ленточки, вот у меня тоже на ногтях, чем нарисовать поперек линию. Особенно если ноготь имеет очень крутую арку. На арках прямые линии горизонтальные рисовать очень сложно. А вот с такими лентами, шармиконами работать очень удобно. Вот мы сейчас берем золотую. Единственное, ими классно работать, если вы топ без липкости, теклас, просушили именно 2 минуты, не меньше. Потому что если меньше 2 минут, шармикон не будет вот так бетонно впечатываться. Потому что когда топ теклас прям пересушен, у него получается очень такое классное качество, поверхность такая резиновая, и к ним очень классно клеятся шармикончики. Смотрите еще раз цепочки, как классно можно миксовать. Тоже возьмем с вами сейчас еще добавим цепочку. Цепочки мы делали как? Этот дизайн предполагается, что вы его делаете просто, например, на вот такие коротенькие маленькие ногти. Пример есть у меня сейчас в ленте в Инстаграм, я уже выкладывала, где просто от мизинца до большого пальца вы вот такие отверстия приклеиваете. Все, матовый топ и топ без липкости выделяете эти ленты. Вот сейчас вышли, видите, в виде цепочек эти отверстия, тоже очень крутые. Сегодня у нас такой дизайн, видите, эти отверстия как дополнительный элемент. А вообще, вот один такой шармикон, это 2 клиента. Там, если посчитать их, там как раз один клиент, можно сделать серебряные цепочки на все 10 пальцев. Вот. И именно дизайн для короткой длины, для вот таких малюсеньких ногтей. Поэтому и такие отверстия, видите, средние. Ой, я обожаю эти шармиконы, что вот те, что вышли 2 недели назад, и вот эти, это просто любовь. Я их хотела сделать еще лето, когда было, но там у нас... Меня неправильно поняли дизайнеры, и они их не сделали. Потом уже было поздно. Я думаю, ну ладно, на осень оставим. Вот они сейчас у нас осенью уже готовые пришли. Мне они просто очень сильно импонируют, я их обожаю. Поэтому кто любит такого типа элементы, потому что они вот дизайны в стиле примитивизм, сразу нужно покупать там, не знаю, по 10 штук каждого шармикона, потому что вы же понимаете, многие шармиконы у нас выходят, они одноразово. Они вышли в сезон, их распродали, повторно их не дозаказывают. Так вот эти отверстия, они очень прикольные. Так, здесь я предлагаю взять вот такую вертикальную отбивку. Тоже, смотрите, видите, ленточки какие узкие, с мелким текстом. Многие это просили, сделали аж в 2 шармиконах. Здесь вот такие картыши, ленты. А отдельный шармикон в самом начале я вам показывала, там прям ленты длинные. Все, здесь у нас теклос уже был нанесен. Здесь приклеиваем также на теклос. Сначала прицелиться нужно хорошо, а потом уже пальчиком разглаживать, прижимать. Все. Почти закончили. Сейчас я прицелюсь. Все, прицелилась. Разровняли. И, в принципе, у нас практически с вами уже все готово. Здесь, я так думаю, тоже есть смысл все перекрыть матовым топом. Матовый топ. Если переживаете, что клиент очень большую нагрузку дает на ногти, так как здесь, видите, был теклос до этого, топ без липкости, я рекомендую на всякий случай тогда пройти сначала топ-слайдером, он без липкости, а потом только матовым топом перекрывать.
Вообще, это я рекомендую любым топам матовым любой фирмы, если вы работаете, и до этого был использован топ без липкости, обязательно на всякий случай пройдите, перекройте чем-то липким, а потом только наносите матовый топ. Все, здесь вот матовый топ уже просох. Берете GMT Clear. Это гель, он отдельно продается поштучно. GMT Clear. Без липкости, объемный, густой гель. Он сейчас вышел в новой формуле. Например, если вы не в курсе, он же у нас долго не продавался, его не было где-то 8 или 9 месяцев, он отсутствовал, мы меняли формулу. Вот, сейчас он продается в новой формуле, он теперь не так капризно реагирует на лампы дневного освещения, имейте в виду. Вот, даже если вы вдруг на 5-10 минут забыли закрыть банку и сидите работаете, в принципе, он, ну, терпим, потому что раньше он не терпел. Если его вдруг по какой-то причине забыли закрыть, он просто полимеризовался тут же у вас на столе. И вот смотрите, цепочечка сразу становится объемная. Получается очень прикольный элемент. Получается все матовое, только этот элемент у нас объемный. Все, практически мы закончили. Представьте, как эти цепочки будут смотреться просто на черном гель-лаке, на короткой длине. Или, например, на, не знаю, на белом гель-лаке, на короткой длине. Выделить вот так GMT Clear, и больше ничего не нужно. Там дизайн, я называю дизайн за 5 минут. Вот, и они очень классные. Так, ну все, давайте посмотрим, что сюда хочется добавить. Мизинец, большой палец можно сделать также либо леопардом, либо просто однотонный красный. Напишите в комментариях потом, какими бы вы сделали мизинец большой. Однотонными, либо леопард, а либо, не знаю, еще какой-нибудь вариант дизайна. Поэтому красный имеет место быть в виде дизайна, это факт. Просто нужно грамотно уметь вот подбирать, какие элементы вы возьмете, какую стилистику сделаете к этому красному. Вот сегодня у нас был новый красный цвет 449. Он есть уже на amyshop.ru, он есть уже в наличии у дистрибьюторов. Вот. Заказывайте, живьем нужно смотреть, конечно. Я понимаю, что такие вещи нужно смотреть живьем. Красный цвет прекрасен, он просто прекрасен. Так, ну все, в принципе, на этом эфир наш подошел к концу. Я вам желаю хорошей рабочей недели. На этой неделе будет не прямой эфир в пятницу, а я решила выложить прям готовый мастер-класс. Сделаю мастер-класс и выложу в виде видео. Вот, хочу попробовать вот так, не всегда выходить в прямой эфир, а выкладывать готовые видео. Вот, я вас всех очень сильно люблю. Всем пока-пока.